Анонс 11 и 12 серий 5 сезона сериала «Скорая помощь». В 11 серии после смерти Анатолия следователь собирается обвинить Леру в убийстве бывшего мужа. Однако Кулыгину удается найти запись с одной из больничных камер, на которой видно, как все случилось на самом деле. Ломагин с Ушаковым приезжают на вызов в детский дом. Там подрались две девочки. Одну из них Сашу приходится госпитализировать. Любка навещает Хлынина в больнице. В 12 серии среди новых сотрудников на подстанции ходят слухи об отношениях между Арифьевой и Рыковым. На сложном вызове у психически нездорового мужчины Рыков вынужден оставить часть медицинских приборов. Сменщик Сан Саныча Петр Иванович обвиняет его в их утрате. И хотя дочь пациента все возвращает Арифью, не разобравшись в ситуации, строго отчитывает Рыкова присутствие Петра Ивановича. Кулыгин зовет Любку на свидание, которое проходит не слишком удачно. Посмотрите очередные серии вы сможете 5 декабря на телеканале НТВ. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.